Привет. Хочу показать. Сейчас купила крем. Понс называется. Вот такая у него текстура. Стоит он где-то чуть больше $4. Если кто помнит, то он раньше где-то в 60-х, 70-х годах продавался. И мы пользовались. Ну, где-то в 70-х мы пользовались таким кремом. В конце 70-х. Вот этот крем я уже показывала за $15 ночной. У него такая нежная текстура. Он так хорошо наносится, но он ночной, а днем лицо сухое все равно. Так, вот это вот я хочу показать маски. Я раньше не показывала их, когда я в TJ Maxx купила. TJ Maxx. Ну, я по-русски говорю TJ Maxx. Вот такие три маски, они вместе продавались, и вот я уже не помню, сколько они стоили, $7 или 8, может быть, а может и дороже, не помню уже. Ну, вот эту я показала, они уже у меня заканчиваются, я прям хочу их быстрее заканчивать, чтобы больше не покупать такое. Ну, ничего так, эффект есть хороший. Вот это я покупала в Коско, их три штуки было, одна сиреневая, там лаванда или что, хорошая была, это крем под глаза. Вот такая текстура. У того моего, этого сиреневого, была это другая немножко текстура. Вот это тоже крем под глаза, но он от отеков, что ли. Он такой вот, как с ментолом. Ну, я не вижу эффекта какого-то. Вот это вот я обещала показать свою силиконовую щеточку для лица. Я сначала беру молочко, у меня там молочко есть какое-то, или пенка такая для лица. Лицо вот этим вот мою, а потом уже одну из этих масок наношу. Так, ну это я давно покупала уже Dolce & Gabbana. Тоже это недорого было в этом, то ли в Россе, то ли в TJ Maxx, не помню уже, или в Маршалсе. Покупала этот дезодорант Dolce & Gabbana Light. И он у меня никак не кончается. Очень долго он у меня уже. Вот это другой дезодорант мне привезли из Гавайев. $20 стоит. Ну, такой запах свежести. Да, и забыла вот эту, вот этой лопаточкой надо вот эти вот маски наносить. Вот эти маски вот этой лопаточкой силиконовой надо наносить. Ну, это все, что я хотела сказать вот по уходу за кожей лица. Ну, и за собой тоже. Пока.